в случае, если имеют место быть такие факты некачественного покрытия, да, то есть либо оно пылит, либо крупная крошка наоборот, то в данном случае необходимо обращаться в ГУИС, да, государственное учреждение, инженерную службу своего района непосредственно, либо в управу с обращением, да, с жалобы, где уже заказчик, организация заказчика, либо последняя управа будут проверять сертификацию данного покрытия. В случае, если действительно подтверждается, что оно некачественное, либо оно не, ну, соответственно, не промыто, то подрядным организациям будут применяться штрафные санкции и будут составлять и переделывать полностью все эти покрытия.